«Рай на крыше» театра «Гранд-Опера». Закрыто. Как же мы достанем последний ингредиент? Надо придумать, как нам попасть внутрь. Сюда, я нашел вход. Да, придется вам дальше без меня. Я тоже туда не пролезу. Идите сами, я поищу другой путь. Ну как же так? Я так старался. Я хотел успеть и опять опоздал. Ой! Вода! Не вода, слезы! Этот горемыка залил слезами весь театр. Шуруп, давай сюда. Ну почему я такой медлительный? Будь я чуточку проворней, я бы успел. Здравствуйте, кто вы? И почему вы плачете? Я призрак оперы. Я сетую на свою медлительность. Моя любимая оперная певица Кристина Дойе уезжает на гастроли по миру. На прощание. Я решил подарить ей открытку. Я сделал ее сам. Вы посмотрите, правда красиво получилось. Очень красиво. Кристине понравится. Но я так увлекся творчеством, что совершенно не следил за временем. А Кристина давно уехала на вокзал и уже наверняка садится в поезд, который отправится через 10 минут. Мне никак не успеть передать ей открытку. Успеем. Давайте вашу открытку, мсье, и я передам ее лично в руки Кристине. Еще до отправления поезда. О, мои спасители! Мерси! Мерси! А что вы искали здесь, мои маленькие друзья? Мы собираем ингредиенты для круассана. И здесь должен быть последний и самый важный продукт. О, я знаю, что это. Идемте на крышу, и я вам его покажу. Красная шапочка сказала, что домик бабули в Булонском лесу. Но где конкретно? Нам что, по всему лесу рыскать? Зато голодными не останемся. В Булонском лесу, наверное, булки прямо на ветках растут. Ступа, как пойти к дому этой бабушки? Вы спросили поиграть в ладушки? Нет, я спросил, как пройти к дому бабушки. Испечь оладушки? Да она издевается. Маршрут построен. Рауль, Эльвира, мои новые друзья ищут самый главный ингредиент для круассана. Не откажите в любезности. Конечно. Эльвира, покажи гостям наше сокровище. Вуаля! Самый важный ингредиент – мед? Уи, да, друзья. И что же такого особенного в этом меде? Это удивительный мед. Ведь мы собираем его с цветов, которые растут в самом Париже. Такого меда вы не найдете больше нигде. Спасибо вам, французские пчелки. Мы не успеем доставить мед Красной Шапочке вовремя и не попадем в домик к ее бабушке. Спокойно, друзья, я уже здесь. Вы забыли про мои сапоги-скороходы. Через 5 минут будем у Красной Шапочки. Мсье, я передал вашу открытку Кристине. Она была в восторге и просила передать вам это. Спасибо, мои маленькие благородные друзья. А теперь в путь. Ну, ничего себе домик у бабки! Бабуля? Это не бабуля, это дедуля! Людоед! Я?
Нет, это давно в прошлом. Теперь я вегетарианец и питаюсь только травой. А вот мой песик Жульен, он ест все подряд, особенно любит насекомых. Попробуйте мой фирменный салатик. Спасибо, друзья, за чудесное угощение. Я была рада познакомиться с вами, малыши. Мне жаль, что мой домик оказался не тем, что вы искали. Здесь нет Добрина-понимателя. Не беда, мы продолжим поиски в других странах. Вон вы сколько путешествовали. А это что за дом? Это в Дании. Я была там проездом и сфотографировалась у дома великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Значит, в Данию. Я не могу больше есть ваш салат. Ну еще ложечку, мадам. Салат очень полезен для здоровья. А можно мне еще ложечку, господин Дании? Отпустите уже нас, наконец. Как это отпустить? Да вы ж мои гости. У нас обширная программа. Завтра с утра йога, потом салат, потом медитация, потом опять салат. Потом будем слушать классическую музыку и на десерт мороженое из листьев, салата и сельдерея. Бесподобно.